«Месть». В ролях Габриэл Испаник, Хосе Анхель Льямос, Катерина Сиачокки, Хорхе Као и другие. Мотивом романа Умберто Кико Оливери. Автор сценария Луис Кальминарес, Габриэла Домингес, Каролина Диас, Умберто Кико Оливери. Оператор Эдуардо Кареньо. Композиторы Хоэль Самильян и Херман Ариетта. Продюсер Уго Леон Феррер. Режиссер Аурелио Валкарсель Кароль. Не пойму, почему вы об этом спрашиваете, Дон Данило? Валентина Диас была ночью в доме. Клянусь, ее здесь не было. Почему ты так в этом уверен? Не знаю, что здесь произошло. Почему вы думаете, что она была здесь, но уверяю вас, нет. Потому что Валентина Диас была со мной. Грация утверждает, что видела ее ночью в саду. На ней было свадебное платье Елены. И она видит ее уже во второй раз. При всем уважении к вам, Дон Данило, это звучит смешно. Как Грация могла ее видеть? Неужели она думает, что Валентина могла это сделать? Не знаю. Думаешь, Грация это почудилось? Она ведь уже надевала платье Елены. Да, это Концепсион ей дала. Я говорил об этом с Валентиной, Дон Данило. Уверяю вас, ее здесь не было. Если вы не верите ей, значит, не верите и мне. Теперь извините, мне нужно отдохнуть. О делах поговорим потом. Что ты об этом думаешь? Думаю, его связывает с ней не только работа, Дон Данило. Это неуважение к памяти Елены. Возмутительно. Я никому не позволю глумиться над моей дочерью. Проверь это. Знаешь, рядом с Луисом Мигелем я почувствовала себя такой счастливой. Быть снова рядом с ним, это придает мне силы. Я рада это слышать. После всего, что ты пережила в последние дни, тебе надо было отдохнуть. Не все так хорошо. Проблемы ведь остаются. Луис Мигель нашел распятие и потребовал объяснений. Я не знала, что сказать. Как объяснить ему это? Не может быть. И что ж ты ему сказала? Он мне теперь не доверяет. Я не знала, как быть. Хотя он потом и извинился. Я чувствую, что он мне уже не верит. А потом произошло совсем плохое. Случилось такое, чего я не ожидала. Что же произошло, говори. Да, это было гораздо хуже, чем распятие. Я встретила Филиппа. Он тоже знает о моих связях с семьей Фонтана. Он говорил не только со мной, но и с Луисом Мигелем. И теперь я не знаю, что мне делать. Неужели, Елена? Это очень серьезно. Что же нам делать, дорогая? Даже не представляю, что будет, если Луис Мигель узнает, что Филиппа был женихом Валентины. Он нас встретил вдвоем. Я была с Филиппой, и мне пришлось сказать, что он мой старый друг. Дорогая, как же это? Ты ведь ни в чем не виновата. Филиппа был не твоим женихом. Он был женихом Валентины. Да, Табага. Но Луис Мигель никогда этому не поверит. Попытайся объяснить ему это, милая. Нет, Табага, это слишком. Он никогда мне не поверит. Тем более, когда узнает, что я веду двойную жизнь. Одну в доме Фонтана, а другую у Валерога. Если он узнает, я потеряю его навсегда. Навсегда, Табага. Войдите.
Концепсион, ты мне все расскажешь. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, спасибо, Луис Мигель. Немного нервничаю, но я хочу сказать о другом. Говори. Луис Мигель, я всегда считала тебя честным и принципиальным человеком. Надеюсь, я не ошибалась. Спасибо, Концепсион. К чему все это? Ты очень любила Елену, и она любила тебя. Она самое дорогое, что у меня было. Она заслуживала самого лучшего. Лучшего мужа, счастья, исполнения желаний. Да, Концепсион, ты не представляешь себе, как я ее любил. Теперь не представляю. Почему ты так говоришь? Луис Мигель, пожалуйста, разреши одно сомнение, которое меня мучает. Я уверена, ты скажешь правду во имя моей любви к Елене и уважения к нашей семье. Что ты хочешь узнать, Концепсион? Луис Мигель, вы с Грацией. Вы познакомились до свадьбы с Еленой. Луис Мигель, ты и Грация были в одной постели. Счет, пожалуйста. И не делай такое лицо. Не переживай, все будет сшито-крыто. Давай лучше подумаем, как... безболезненно, быстро и эффектно справиться со старухой. Хватит, Грация, мне плохо, меня тошнит. Но не настолько же, Сандра. Значит, балуемся наркотиками, Грация Фонтана? Очень интересно. Ради бога, Концепсион, откуда ты это взяла? Правда, что ты был связан с Грацией до свадьбы с Еленой? Скажи мне. Боже мой, значит, это правда. Но как ты мог? Почему, Луис Мигель? Почему ты так поступил с Еленой? Она этого не заслуживала. Я не хочу оправдываться, но все так запуталось. Перед свадьбой я много выпил, а когда узнал, что Грация, сестра Елены... Не стоит об этом говорить. Нет, стоит. Елена так страдала от этого, от этой твоей мерзости. Что? Что? Но Елена не могла об этом знать. Она не знала. Она узнала, потому что следила за вами в ту ночь. Я уверена, она умерла, потому что узнала правду. То, что ее муж и сестра ее обманули. И это убило ее. Вы убили Елену. Грация, и ты... убили ее. Знаешь, Табаго, я благодарю Бога за эту возможность снова быть с Луисом Мигелем, сделать его счастливым и быть самой счастливой рядом с ним. Ты этого заслуживаешь, дорогая. Теперь, когда я здорова и молода, я могу делать то, чего никогда не делала раньше. Бегать, плавать, даже драться. Хотя Луис Мигель не знает, что я его жена, и мне пришлось дорого за это заплатить. То, что со мной происходит, прекрасно, Табаго. И это весьма необычно. Такое мало с кем бывает, Елена. Это дар небес, Табаго.
Даже жрица на пляже нас обвенчала. Это был духовный брак. Что-то магическое. Она сказала, что ничто нас не разлучит. Будет лучше, если ты все это ему расскажешь. Если Луис Мигель узнает, что на самом деле ты Елена, а не Валентина. Это невозможно. Луис Мигель не верит в подобные вещи. Я пыталась ему сказать, но он только посмеялся. Нет, это бесполезно. Да, пожалуй, так. Он сам мне сказал на твоих похоронах. Когда я предложила ему свою помощь, он сказал, что не верит во все это. Знаешь, а я все же надеюсь. Он сказал мне, что хочет поговорить с тобой о Мариангель. Он хочет помочь своей дочери. Не может быть. Если это так, обещаю тебе, он выйдет отсюда совсем другим человеком. Он поверит, что ты его Елена. Вот увидишь, Луис Мигель всегда будет любить тебя. Или меня зовут не Табага Крисмас. Не говори так, Консепсьон. Ты же знаешь, как я пережил смерть Елены. Как мне ее не хватало. Ты же знаешь, как я страдаю. Если бы ты действительно помнил о ней, ты не сделал бы этого. Концепсьон, той ночью я хотел выяснить отношения с Грацией. Я ничего не понимал. Я же не знал, что они сестры. Я узнал только, когда Елена мне ее представила. Уже после венчания. Это не имеет значения. В любом случае, уже поздно. И не мне тебя судить. Теперь я уверена, что автокатастрофа была спланирована Грацией. Не верю, Концепсьон. Она мне сказала, что ничего не знала. Уверяю тебя, Грация сильно переживала. Я бы не говорила так уверенно. От Грации всего можно ждать. В любом случае, мы никогда об этом не узнаем. Это знает только она, и она никогда не скажет. Скажи, кто тебе это рассказал? Кто-нибудь еще знает об этом? Это не важно. Что было, то было. Я только хочу попросить во имя твоей любви к Елене, оставь Грацию. И помоги мне избавить от нее наш дом. Концепсьон, ты понимаешь, что говоришь? Выгнать из дома единственную дочь Дона Данила? Сестру Елены? Сестру, которая глазом не моргнула, предала ее. Луис Мигель, ты разумный человек и знаешь, что это единственный способ хоть как-то загладить твою вину перед Еленой. Как я мог совершить такую ошибку? В недобрый час очутилась ты в моей спальне, Грация Фонтана. Помогите! Моя сумка! Помогите! Сделайте что-нибудь, меня ограбили. Ничем не могу помочь, вот ваш счет. Идиот! Ты что, не понимаешь, меня только что ограбили, а ты суешь мне свой дурацкий счет? Грация, что случилось? У меня украли сумку. Ты что, не видишь? Мы приличные девушки. Нас только что обокрали. Вместо того, чтобы помочь, ты суешь счет? Ну и обслуживание. Ладно, я заплачу. Все в порядке. Давай, иди отсюда. Мне жаль. Что ты выяснил, Армандо? Давно не видел тебя таким взволнованным, Луис Мигель. Что с тобой, брат? Не торопись, сомнения сами развеются. Ведь твои отношения с Валентиной только начинаются. Просто я не хочу рисковать. Валентина что-то не договаривает. Это ее странное отношение к Елене, ее присутствие на похоронах. Все это мне кажется странным. Она уходит от ответов. Она что-то скрывает. Но тебе лучше знать. Только не переживай. Я сделал то, что ты просил.
В этот момент детектив уже следит за Валентиной Диас, так что очень скоро мы узнаем, скрывает она что-то или это твоя паранойя. Может, ничего и нет? Я чувствую себя предателем, организовав эту слежку. Когда мы были вместе на острове, кое-что случилось. Помнишь крестик, Армандо? Да. Он принадлежал Элене, а потом исчез, да. Я нашел его у Валентины. А вот это? Это очень серьезно. Тебе не кажется? Она очень нервничала. Больше я сказать ничего не могу. И не могу это объяснить. Но если ты ей не веришь, почему не прервешь отношения? Пока все не прояснится. Потому что не могу. Я люблю Валентину Диас. Да, звучит серьезно. Армандо, поверь, я хочу, чтобы все было нормально. Валентина Диас мой идеал женщины. Прости за откровенность. А Элена? Элена что? Что Элена? Валентина не затмевает образ Элены, она его добавляет, Армандо. Они так похожи. Если Валентина узнает, что мы наняли детектива, чтобы следить за ней, какой будет ее реакция? Как ты думаешь? Она будет думать, что ее предали. Может быть, я ее и предаю, как и Елену. Может, ты и прав. Это плод моего воображения. Но я должен это сделать, Армандо. Моя любовь к ней – самое сильное чувство, которое я когда-либо испытывал. И я не могу потерять ее. Валентина? Филиппа, что ты здесь делаешь? Волнуюсь за тебя. Тот обморок в ресторане случился очень вовремя. Мы с Луисом Мигелем как раз подошли к самому интересному. Почему? Ты не хотела говорить обо мне, Валентина? Мне не о чем рассказывать Луису Мигелю. Между нами ничего нет. А если и было, то с этим покончено. Как ты не можешь этого понять? Что я не понимаю, так это чего ты добиваешься? Если хочешь, чтобы мы остались друзьями, то веди себя соответственно. Там, в ресторане, ты мог разрушить наши отношения с Луисом Мигелем. Этого я тебе не позволю. Филиппа, оставь меня. Ты говоришь, что любишь его, но ты его обманываешь, Валентина. Зачем? Ты играешь в опасную игру. Ты связалась с двумя враждующими мафиозными семьями. Я сама знаю, что делаю. Скажи, Луис Мигель знает о твоей связи с Валерого? Я так и думал. Он ничего о тебе не знает. Тогда почему, Валентина? Почему тогда ты с ним связалась? Почему? Отпусти меня. Отпусти меня. Я всего лишь прошу тебя уважать мою независимость. Отпусти! Ее-то я как раз и уважаю, ты знаешь. Но ты не понимаешь, что я люблю тебя, желаю тебе самого лучшего. Но то, что ты делаешь, может создать большие проблемы. Что происходит, Валентина? Почему ты не заходишь в дом? Ничего не происходит, не беспокойся. Филипп уже уходит. Ты мне не ответила. Отпусти ее. Оставь в покое. Не вмешивайся. Это наше дело, твоей сестры и мое. Успокойся, Пакито, я сама разберусь. Не вмешивайся, подожди меня дома. Ладно. Если что, я буду рядом. Может, еще надо будет поставить его на место. Не забывай, что ты говоришь о чемпионке. Она сама может за себя постоять, без чужой помощи. Хватит, Филиппа. Закончим на этом. Останемся друзьями? У друзей не должно быть тайн. Да мне и не нужна твоя дружба. Раз ты мне ее предлагаешь, значит, боишься, что я проговорюсь. Успокойся. Я не сделаю ничего, что может тебе повредить. Приятно это слышать. Это не значит, что я от тебя откажусь. Нет. Мне не нужна твоя дружба, Валентина. Мне нужна твоя любовь. И я не успокоюсь, пока не добьюсь, чтобы ты снова стала такой же, какой была тогда. Что он хотел, Валентина? Он тебя очень расстроил. Не надо с ним больше встречаться. Да я и сама не хочу, но он настаивает. Говорит, что ему не нужна моя дружба, что он любит меня. Сколько раз он уже это говорил? А потом ты плакала всю ночь, Валентина. Не позволяй ему больше так поступать. Не волнуйся. Он мне не нужен.
Все слезы в прошлом. Они чужие, не мои. Пакита, не знаю. Сможешь ли ты меня понять? Ты еще не все вспомнила, правда? Не все. Между вами должна быть духовная связь. Из другой жизни. Ты должна больше узнать о ней. Понять, почему ты вошла в ее тело. Должна узнать, кто такая Валентина. Пакита. Расскажи мне о наших родителях. Ты ничего не помнишь. Нас усыновила Яя. А наших настоящих родителей я не знаю. Думаю, что и она не знает. Да это и не важно. Ты моя семья и всегда ей будешь. У тебя есть я и Яя. Что бы ни случилось, на всю жизнь. Навсегда. Я знаю, Пакита. Ты тоже можешь положиться на меня. Но я не об этом. Мне нужно знать больше. Откуда я? Кто я? Что со мной происходило? Ты моя самая лучшая сестра. Единственная. Всего пару дней меня здесь не было, а цветы это чувствуют. Смотри, какие поникшие, печальные. Им нужно больше воды, солнца. Надо перенести их отсюда. Дон Данило, вам лучше пойти и отдохнуть. Нет, мне нужно было подумать. А это единственное спокойное место в доме. Меня очень волнует то, что происходит в семье Росарио. Мне совсем не понравилось, как Луис Мигель защищал Валентину Диас. Елена вам слишком много о ней рассказала. Одно ясно, Росарио. Пока она была на нашей стороне. Правда, гораздо ближе к Луису Мигелю. Для простой помощницы Луис Мигель дал ей слишком много власти. Он как-то особо к ней относится, Дон Данило. Да, у него к ней особые отношения. Это значит, что он никогда сильно не любил Елену. А может, это она пытается ворваться в его жизнь, а он просто позволяет ей это. Кто знает, с какой целью. Нам нужно узнать все об этой женщине, Росарио. Я уже этим занимаюсь, Дон Данило. Пока не удалось узнать практически ничего. Она слишком близка с Луисом Мигелем. А он сейчас глава нашей семьи. Так что продолжайте расследование и держите меня в курсе всего. Так-так. Что у нас тут? Еще одна измена. На этом можно будет неплохо заработать. Я очень хорошо знаю это место. Бываю здесь по делам. Уверена, что ваши вещи найдутся. Вот так. Подождите здесь, я сейчас вернусь. Тебе она не кажется странной? Отнюдь немного вульгарная, но... Лишь бы она вернула мою сумочку. Там мои таблетки, они мне так нужны. Они последние у меня. Порядок. Можем пока пойти выпить по чашечке кофе, я приглашаю. Вы так уверены? Видели того парня, с которым я сейчас говорила? Он заправляет во всем этом районе. А я заправляю им. Пойдем. Ah!
Сандра, я без ума от этой женщины. Вот, шеф, смотрите. Так вот, что любит Грация Фонтана. Это будет нелегко достать, но мы ей поможем. У меня уже есть все, что надо. Верни им сумку. Грация Фонтана, директор. Что ж, теперь я знаю, как тебя найти. Погоди. Достань как можно больше вот этих таблеток. Как можно больше. Хорошо. Грация Фонтана. Теперь-то уж мы будем лучшими друзьями. Спасибо. Проверьте, все ли на месте. Ничего не пропало? Огромное спасибо, Ракель. Ты нам так помогла. Все документы на месте. Их было бы трудно восстановить. Ты нас избавила от большой головной боли. Не за что. Когда-нибудь и ты мне поможешь в трудную минуту. Можешь на это рассчитывать. Простите. Алло. Слушаю. Алло. Слушаю. Алло. Ничего не слышу. Фернандо? Ты? Да-да, теперь слышу. Говори скорее, что тебе надо? Встретиться? Сейчас я не могу. У меня кое-какие дела. Конечно, я хочу тебя видеть. Ну ладно, ладно. Позвоню тебе, когда освобожусь. Да-да, надо увидеться. Не понимаю, к чему такая спешка? Если тебе не имется, займись со своей женой. Она, наверное, тоже соскучилась. Да. Ладно, поговорим. Пока. Ты что, обожглась? Да, немного. Это твой жених? Ну да, вроде того. Помесь дела с удовольствием. Это опасная смесь. Будь осторожнее. Ракель, нам пора. Большое спасибо за все. Я дала тебе свою визитку? Нет, мне бы очень хотелось ее иметь. Конечно. Когда-нибудь я смогу отплатить тебе за то, что ты для нас сделала. Надеюсь. Пойдем, Сандра. Пока. Чао. Рада была познакомиться. Спасибо, пока. Мне тоже было приятно. Алиса. Мы еще посмотрим. Грация совсем не внушает мне доверия, Росарио. Где она? Недавно уехала и еще не вернулась. Значит, она не знает, что Луис Мигель вернулся? Нет. Думаю, что нет. Отлично. Ей лучше быть подальше от него, а то она ему такого наговорит. Прости, Концепсион. Раз уж Луис Мигель совершил ошибку, он должен отвечать за нее. Речь идет о его ребенке. Он не должен об этом знать. Это должно быть тайной. Грации нельзя дать ни одного повода остаться в доме, ни малейшего. Ты решительно хочешь от нее избавиться. И ты должен мне помочь, вместо того, чтобы всякий раз сомневаться. Нам с тобой невыгодно, чтобы Грация укрепила свои позиции. Я не сомневаюсь, Концепсион. Просто я хорошо знаю Грацию. Будет нелегко выжить ее отсюда. Это я возьму на себя. Грация заботится только о себе. Думаю, она заинтересуется моим предложением. Ты же сама знаешь, Грация женщина очень амбициозная. Она так просто не откажется ни от отца своего ребенка, ни от этого дома. Она будет вынуждена это сделать. Сомневаюсь. Да что с тобой, Росарио? Ты как будто защищаешь ее. Да нет, Концепсион. Просто я хочу думать реально.
Ты же понимаешь, что будет, если она выйдет замуж за Луиса Мигеля и встанет во главе семьи. Мы хорошо знаем историю этой семьи. И ты должен признать, что Грация представляет реальную опасность для всех нас. Большую опасность. Так что помоги мне. Нарима, кумана, але, ала. Сума, нариде, отдала, отдала. Две разделенные души разошлись, а сегодня вновь соединяются. Муж и жена под защитой Аруда. Да не расстанутся они никогда. Вы убили Елену. Грация и ты. Вы убили ее. Нет, нет, я не хотел этого, Концепсион. Я не предатель. Армандо, слушай, ты сочтешь меня сумасшедшим, но после нашего разговора я подумал и решил отменить слежку за Валентиной. Слышишь? Да, я тебя слышу, Луис Мигель. Просто я не пойму, почему ты хочешь сделать это именно сейчас. В любом случае, надо встретиться и поговорить. Ну хорошо, давай встретимся после работы в баре. Да нет, ничего не произошло. Мне стыдно так поступать с Валентиной. Армандо, я должен ей доверять. Поэтому я и прошу тебя. Раз ты просишь, Луис Мигель, ладно. В любом случае, надо бы обсудить все это наедине за стаканчиком виски. Хорошо. Увидимся в баре. Договорились? Пока. Что вы на это скажете, дон Армандо? Привет. Как ты, Фернандо? Похоже, все понемногу приходит в норму. Я рад. Я был уверен, что ты все восстановишь. Что тебе нужно, Филиппе? Не верю, что тебя заботит мой бизнес, а тем более мое здоровье. Нет, я пришел узнать у тебя, когда у Валентины следующий бой. У меня есть лишние деньги, и я хочу их вложить. Иногда мне хочется знать, откуда у тебя деньги, Филиппе. Не хотелось бы думать, что моя жена оплачивает твои причуды моими деньгами. Фернандо. Моя сестра очень хорошо защищает твои интересы. Ну ты как? Когда будет бой? Вечером, если, конечно, твоя обожаемая Валентина объявится. Где она? Понятия не имею. Проклятье. Мне сказали, что она за городом проводит с тобой медовый месяц. Найдется, Фернандо, найдется. Это как на рыбалке, да? Закидываешь удочку, а потом вытаскиваешь. Уйми свое воображение, Филиппе. Валентине еще много надо здесь сделать. Я послал за ней Бренду. Может быть, она ее найдет. Найдет, Фернандо, найдет. Да, Фернандо, я хочу пригласить своего друга Армандо. Помнишь, он был со мной, когда пришла Джованна? Если ему можно доверять, и у него есть деньги, пусть приходит, он надежный. Ну ладно, зять. Увидимся вечером. Я приглашу моего друга на этот отличный бой. Наверняка. Впрочем, не стоит зарекаться, можно сглазить. Аривидарчи. Идиот. Кажется, твой Шурин что-то задумал с Валентиной. Ну и пусть. Меня он не проведет. Я узнаю, зачем ему нужна Валентина. Я должна была понять, положить этому конец, пока не поздно. Я знала, что Филипп лишь играет со мной. Но я этого не сделала, потому что я его любила. Я даже думала, что он на мне женится. На мне, женщине без имени, которая неизвестно откуда взялась. Все, что я о себе знаю, так это то, что меня крестили в церкви рядом с домом Яи.
церковь отца Себастьяна. Там должна быть запись о рождении Валентины. Я уже знаю, что она не дочь Яи. Теперь знаю, где она родилась. Вот ты где, Валентина. Пропала, ничего не сказала. Конечно, пусть эта черномазая выкручивается, как хочет. Чемпионки, до нее нет дела. Не говори так, Бренда. Прости меня. Просто у меня была куча дел, и я не успела тебя предупредить. Мы там с ума сходим, ничего о тебе не знаем. Ты что, не могла позвонить, что ли? Трудно было. Мне надо было уехать. Ну, хватит, не сердись на меня. Что-нибудь случилось, пока меня не было? Ты что, Валентина, все позабыла? Ты хоть помнишь, что ты работаешь у Фернандо Валеруги? И что ты у него звезда ринга? Я думала, что после погрома там ничего не будет? Что все бои закончились? Твой партнер быстро все восстановил, и уже сегодня вечером будет бой. Так что готовься. Можно? Привет, Армандо. Привет, Филиппе. Заходи, садись. Как твои дела? Все нормально. Твоей секретарши не было, я прямо к тебе. Не помешал? Нет, все в порядке. Тебе что-нибудь нужно? Я хотел тебя пригласить. Армандо, что с тобой? Со мной? Да нет, что ты, ничего. А что? Не знаю, ты какой-то напряженный. Да нет, не волнуйся. Это от работы. Иногда бывает труднее, чем кажется на первый взгляд. Понятно. Так вот, я к тебе зашел, потому что... Помнишь, я обещал познакомить тебя с моей любимой? Да, конечно. Ее, кажется, зовут Валентина, да? Именно. Я хочу, чтобы ты пошел со мной сегодня в одно место. Она будет там. Это место тебя удивит, Армандо. Заинтриговал? Ты готов? Ты готов познакомиться с женщиной моей мечты? Но я не могу. Сегодня вечером? Да что с тобой, отказываешься от работы? Сегодня вечером, Валентина. У нас мало времени, еще тренировка. Так что идем. Нет, подожди. У меня еще столько дел. Но хватит, Валентина. Мы же не можем отказать Валеруге. К тому же ты теперь его компаньонша и должна это сделать. Только подумай, сколько ты сегодня можешь заработать. Ну ладно. Постараюсь быть вовремя. Я на это надеюсь. Пойду узнаю, кто твоя соперница. Думаю, на этот раз все сложится удачно, а то в прошлый раз тебе крепко досталось. Армандо. Армандо, что с тобой? Ты меня не слушаешь? Да, конечно, слушаю. Так вот, я познакомлю тебя с Валентиной. Слушай, Филиппе, я сегодня несколько занят. У меня еще назначена встреча с моим компаньоном. Так что, да брось ты. Деловые партнеры никуда не денутся. Я же предлагаю тебе пойти в одно особое место. Нет, Филиппе, это очень важная встреча. Мы должны обсудить кое-что, связанное с нашим проектом. Да. Ты говорил об этой курортной зоне. Ну да. И эти фотографии оттуда? Нет, это фотографии. Неважно. Это личное дело. Новое. Так. Давай решай. Там, наверное, будет эта гейша Джованна. Ведь это место принадлежит Фернандо. Моему Шурину. Так твоя невеста, она что, связана с Валеруго? В некотором роде, да. По правде, Филиппе, не знаю, смогу ли составить тебе компанию, но постараюсь, обещаю. Давай сделаем так. Я тебе позвоню, и мы обо всем договоримся. Ну ладно, если ты очень постараешься, ты не пожалеешь. Это будет нечто незабываемое. Но главное, ты наконец познакомишься с моей будущей женой. Жду твоего звонка. Да, увидимся. Удачи тебе. И не делай такое лицо. Нельзя столько работать.
Как я скажу Луису Мигелю, что у женщины, которую он любит, другое имя. И самое главное, что она связана с семьей Валеруго. Боже, как я ему это скажу? Как? Табаго. Хорошо, что я тебя застала. Помоги мне, это очень важно. Да, дочка, говори, чем я могу тебе помочь? Как? Опять? Как ты сказала, отец Себастьян? Нет, дорогая. Нет, ни за что, не проси меня об этом, я не хочу с ним встречаться. Если бы он мог, он меня бы публично сжег на костре. Дело в том, что в приходе Себастьяна есть запись о крещении Валентины. А может, и копия свидетельства о рождении. Я об этом узнала из ее дневника. Это единственный способ хоть что-то узнать про нее. Прошу тебя. Но это уже много, дорогая. Я просто не знаю, как тебе помочь. Слушай, я пошлю к тебе Хавита. Он дружен с Ризничем и наверняка сможет узнать нужную тебе информацию. Да, дорогая, я так и сделаю. Целую. Ты что, старая? Думаешь, можешь распоряжаться мной как угодно? Ты же мой красавчик. Кем станет мой цыпленочек, когда вернется? Мы с дочкой Валентиной чудесно провели время. Знаешь, после смерти Елены я не думал, что буду счастливым с другой женщиной. А она тоже так думает. Она меня любит. Я чувствую, любит. Тебе не кажется, что ты ищешь в этой женщине убежище от своего одиночества после смерти Елены? Нет, нет. Я, конечно же, думал об этом. Армандо, у нас с ней были незабываемые моменты. Мы любили друг друга. И это и заставляет меня думать, что это та женщина, которую я хочу иметь рядом с собой. Я тебя понимаю, но меня продолжают заботить, понимаешь? Были, конечно, минуты сомнений, когда кое-что в ней мне казалось странным, но... Знаешь, там даже объявился один ее друг. Его зовут Филиппе. Филиппе. И что? Нет, ничего. Мы говорили о самых обычных вещах, ничего важного. Но она ведь никогда тебе о нем не рассказывала. Значит, скрывала? Нет, 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 я так не считаю. Почему ты так говоришь? Я думаю, что ты должен больше знать о Валентине. Что я должен знать о Валентине? Что тебе известно о Валентине? Я хочу сказать, а если все не так? Не так, как ты думаешь? Может, у нее есть другая жизнь? Или она от тебя что-то скрывает? У нее есть тайны. Пусть так, но я все равно буду защищать свое чувство к Валентине. Знаешь, я хочу жениться на ней. Хочу прожить свою жизнь вместе с ней. Тогда, думаю, тебе следует знать нечто важное. Что? Что это? Что это за фотографии? Нет, не обращай внимания. Это по работе и не имеет отношения к этому нашему разговору. Ладно, потом поговорим об этом. Ты можешь сказать, что я веду себя как мальчишка, но я должен ее слышать. Нет, не могу ему это сказать. Он не перенесет правды. Нет. Сначала надо поговорить с Валентиной. Вечером надо пойти туда вместе с Филиппе. Валентина должна объяснить мне, почему она обманывает Луиса Мигеля. Эти смотрятся лучше, чем старые, правда? Да, но они немного вызывающие. Тебе такие больше нравятся? Я доверяю твоему вкусу, решай сама. Все, девочки, можете переодеваться. Спасибо. Алло? Слушаю. Да, это я. Как ты, Концепсион? У меня мало времени, Грасси. Мне надо с тобой поговорить. Поговорить о чем? Луис Мигель уже вернулся, и прежде чем ты с ним увидишься, я хочу тебе кое-что предложить. Не по телефону и не здесь. Ты знаешь кафе Ибица? Да, знаю. Хочешь, встретимся там? Во сколько? Хорошо, я буду.
Какие-то проблемы? Консепсион хочет со мной встретиться. Наедине. Зачем? Что случилось? Не знаю. Думаю, она не хочет, чтобы я рассказала Луису Мигелю о той ночи. У меня предчувствие. Что ты хочешь этим сказать? Это только повод, Сандра. Я боюсь. Концепсион хочет меня убить. Сандра! Сандра, теперь мне нужна твоя помощь. Я только тебе доверяю. Ты одна можешь помочь мне избавиться от этого кошмара. Сандра, пожалуйста. Час настал. Или она, или я. Концепсион не должна сегодня вечером вернуться домой. Eres un alma perdida y no encuentras tu posada. Se robaron tu inocencia, se robaron tu amor. Conoces de ternura y cambiaste tu sonrisa. Se marchó con tanta prisa. Que lloraste con un sol.